Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находятся часы Garmin Vivo Smart 5, и сейчас я покажу вам, как поменять циферблат данных часов. Итак, для этого мы нажимаем на кнопочку. Здесь мы ищем Watch Face. Далее мы можем пролистать, посмотреть, какие циферблаты тут есть, и установить какой-нибудь, который нам больше понравится. Чтобы установить, нужно просто на него нажать. Вот. И на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.